Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Марина Хлебникова пока не имеет возможности вернуться домой. Ее двухуровневая квартира сильно пострадала от пожара, случившегося 18 ноября 2021 года. Сама Хлебникова 2 месяца пролежала в больнице с ожогами головы, лица и груди. Сейчас здоровью певицы уже ничто не угрожает, но она временно осталась без крыши над головой. Телеведущий Андрей Малахов объявил сбор средств для приведения квартиры Марины в жилое состояние. Наталья Гулькина, подруга Хлебниковой, рассказала, что та сейчас по очереди живет у родственников и друзей. К счастью, желающих помочь немало. Слава богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет. Можно сказать, что ходит туда-сюда, сказала Наталья. На вопрос журналиста портала Телепрограмма про о том, как идет сбор средств на ремонт, Гулькина сообщила, что желающих помочь Хлебниковой немало, но, конечно, никаких сумм она назвать не может. Я думаю, ее директор все записывает и ведет статистику. Я же не могу ей позвонить и спросить: Марина, а кто дал денег, а кто нет? У меня был момент, когда я тоже смогла помочь Марине деньгами. Но я знаю, что люди ей вообще активно помогают. Недавно Марина написала благодарственный пост, рассказала певица. Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась кровать певицы, предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой. Певицу госпитализировали. Она, по разным данным, получила от 20% до 50% ожогов тела. Больше всего пострадали лицо и волосы. Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ALF, затем она стала дышать сама. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.